Всем здрасте, это канал Дедуген, меня зовут Михаил. И сегодня продолжаем гонять в Assassin's Creed или Кредо Ассасинов. В принципе, без разницы. Так, я что-то не помню. Вроде бы я вот эту вышку открывал, но... Почему-то я опять здесь. Не знаю, с чем это связано. Вот. Как тут сохраняется... Ну ладно. Поскакали, короче. Вот сюда. Ты не имеешь права так поступать. Да ты чё, я имею право на всё. Ой. О, нифига себе. А там флажка нету. А, нет, вижу его. Вижу. Так, кляча сейчас опять на неё запрыгнет. А стоять, он же утонуть может. Да, он же плавать не умеет вроде, да, здесь? Давай. Не вздумай утонуть, чудик. Куда, куда, куда? Оп. Вот так, все прекрасно. Я-я. И поехали. Так, куда? Ага, поворот. Пошла, родимая. Ага. Блин, не понял, а где? Стоять. Да вот же дорога там. Ну, наверх вот туда, блин. Ох уж это средневековье. Ну, с этими дорогами непонятными. Надо научиться ориентироваться здесь. А не то навигатор тут так себе, я бы сказал. Оба-на. Отсюда будет трудно дорогу найти. Контрольная точка. Сейчас проверим. Не помню. По-моему, я открывал ту вышку. Почему не сохранилась? Непонятно. Лучше, наверное, сохраняться в городе, а не тут. Надо тут все нафиг исследовать. И все. И больше... И больше к этому вопросу. Да слез ты нахер с коня, блин. Достал. Только залез на эту волю сразу. Так, дружок. 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 Да, блин. Да. Хорошо, что у него шлемак на голове, он глухой. Тоже не плохо, в принципе. На, блин. Тихо-тихо, ты не вздумай убежать, как тебя там, боливар буду тебя называть, как в том кино, блин. Не глядя. А кто такие там внизу стояли? Что за чувак? Да блин. Ну ладно, иди сюда, смерть, да. А, ты еще и с луком. Давай. Сечешь, чему меня, блин, на базе научили, а? Еще правильно бы кнопку нажимать. Цены бы не было. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, разгон. Оба-на, все. Поскакали. Не пищать. Так, сюда давай вот. Что, их прирезать? Мы все равно нам надо загреться. Язычник, ты побежал в тупик, ему конец, а? Да что ты. Давай попробуем. Ну, кто первый? Ну, давай. Вот ты, да, что-то? Не знаю почему, но мне захотелось первым этого прирезать. Слушай, хватит хвататься. На меня, хватай. Так, я так понимаю, эти будут агрессивны постоянно, да? Так как я... Да, я эту вышку открывал. Точно помню. Или нет? Да блин. Давай. Или нет? Ч
Что-то стало, что-то с памятью моей стало. Я налью себе и сам выпью. А вчера я что там, про лося еще было? Не знаю, очередная чушь какая-то из древности. Так, опа. Ну, упади хоть. Так, хороший вид. И где сено? Сено где? Прыгай в сено, давай. Опа. Так, все. Все. Там чувак ходит. Так, ладно, лошадь, наверное, не взять. Ассасин, ассасин, да, ха-ха-ха, чувак, о-о-о, рискуя жизнью, блин, клячу, клячу, не трогай, слезай, блин, додик, ты чё? Опа, что, мы крутые, что ли, да, ага. А если вот так? Поймаю тебя! Да я знаю, блин. Ассасин, не слышали? Давай. Все, блин, если я сейчас вырежу вас тут всех, бараны тупые, блин. Достали, нахуй. Не дают нормально играть человеку. Стоп. Хватит. Хватит на сегодня. А не то мы уже тут перенарушали кредо раз под 50, наверное. Так, давай вот эту откроем точку. Диана. Вот там наверху, наверное, да? Блин, далеко до нее. Он, похоже, тороплюсь. Да, тороплюсь. Опаздываю. Так, вон она. Да! Он точно кого-нибудь щит. То есть, это стража, я так понимаю, они меня недолюбливают. Как бы я тут не крутился, не вертелся, они все равно будут агриться на меня. Если только совсем уж в режиме скрытности гулять тут. Вперед. Да блин, не урчи, лезь. Блин, прям под буй вылез. Ладно, вот отсюда давай. Ага, вон флажок промелькнул. Оп, там что? Давай, все, аккуратно, сенцо. Оп, надеюсь, пенька там не будет. Не подложил какой-нибудь хитрый, блин, этот крестоносец. Так, чего мы обнаружили? Вот еще. Ну ладно. Это потом, когда туда поскочу. Или сразу. Нет. Наверное, давай. Сразу уж. Что тут? Оп, стоять. Пока ты давай направо. Что тут происходит? Сумасшедший безумец. Решил прорваться. Убей. Ладно, насрать. Ну, пусть там лают сзади. Здорово, народ! Извините. Так. Этот сейчас загрится сразу, да? Тогда не будем подкрадываться. Сразу слезем, блин. Давай, блин. Малыш. Все. Все. Так, еще. А, прибежали все-таки. Робзи. Давай! Я убил! Это неплохо, неплохо. Что, самый шустрый думал? Ну вот и отправляйся к братцам тогда. Так, там еще будет. На, сваливай быстрее. Они успели. Кто не успел, тот опоздал. Блин, нифига тут что такое. Это потом туда пойдем. Давай посмотрим, что тут такое. Что-то жмурики какие-то валяются.
Так, вон стоят пацаны, ну-ка. Пойдем поспросим. А, нет. Просто мочим их, да и все. Убейте его! Так, от линка нельзя драться. Ах ты, засранец. Все, прощайте. Хватит. Достал уже. Кто такие, не знаю. Блин, вон флажки. Еще флажки. Так, черту их. Не полезу за ними. Высоко больно. Так, кляча где? Надеюсь, не убежала. Иди сюда. А, сосал, что ли? Ну, тогда ты умрешь. В спину, как трус. Что, а куда лошадь-то моя одевалась? Где? Лошадь! А, вон еще один стоит. Ну-ка, давай, ножичек. Блин, не знаю, зачем я это делаю. Просто зачем-то, видимо. Сам не понимаю. Оп. Меньше народу, больше кислорода, наверное. Исходя из этой логики. Наверное. Вот. Так, а здесь как, забраться можно? Нет. Так. А, вот здесь, наверное, можно. Давай. Нельзя, что ли? Так. Стопы сюда. Да блин, хватит по столбикам лазить. Достал уже. Вот. Забираем флажок вот этот. И все, пошли отсюда нафиг. А то это... Никогда, может... Эй, а где флажок? Твою маму. Да. А как его взять так, стоять? Просто бежать, мол? Да, вот. Все, хорошо. Оп. А туда как перелезти? Туда, раз, раз. Вон оттуда, все понял. А вон еще флажок. Вы издеваетесь? Специально тут понатыкали, блин. Молодец. Я думал, не допрыгнет. Прыгай давай. Как тебя учили, блин, в бюро там или где-то. Откуда ты там вообще? Так. Хопася. Сюда запрыгну, значит? Да, должен. Вот. Хорошо, сюда теперь. Вот. Давай, чувак. Хоп. Все, уходим. Прекрасно. Похапали флажков. Сейчас еще вышечку откроем. Там, блин, они в рядок стоят, правда. Наверное, скажут сразу, сейчас пошел нафиг отсюда, придурок. Так, вот так идем, типа. Вот так идем. А-буру-буру-муру-муру-буру-бу. Бубнить надо еще. Тебе так не следует буру стоять здесь. Уходи. А-буру-буру-буру. Убирайся, чернь. Вот это ты зря, мужик. Не надо было такие вещи говорить. Я убью тебя! Попробуй догнать меня сначала. Не дайте ему уйти! Убийцы тоже... О, там лучше. Тебе конец! Так, так, все, конец, я знаю. Оп. Оп, сюда! Быстренько. Ты мой! Твое, блин, у тебя сопля под носом, понял? Так что давай, иди отсюда, нафиг. Флажок, кстати, там был. Мой, ты говоришь. Сопли твои под носом. Вот так вот. Все, орлиное зрение подрубаем. Или ассасинский вал этот, как, валхак, блин.
Все, теперь в солому. Бам. Опася. Сразу клячонка тут. Так, вот он. Побежали отсюда. Идите, все. Теперь втроем будете стоять. Черт. Да. Слезь, лошади, слушай, а. Лошадиный ты этот, как тебя сказать? Злыдень, блин. Сюда идем. Забираем вот эту штучку. Все. Теперь. А что, ты теперь за мной ходишь, да, сразу? А сюда. Да. Куда? Ребят, погоняли. Бомжи сейчас собьем опять. Ну, если не разойдутся. Интересно, судя по всему, синхронизация не распадается, да? Значит, дядька такой же у него отморозок. Вот. Ну, в смысле... В смысле, людей вот так сбивал на лошади. По-любому развлекался, короче. С этим с чернью развлекался по полной. Да, ребята? Аккуратнее, будьте. Но если там, как они сказали, если ты будешь действовать не так, как действовал твой предок, то у тебя рассинхрон будет. Вот сбиваем чувака. Нет транссинхрона, да? Значит, мой дядька был такой же отморозок. Так, тут нету флажка, или эти бегут за мной там? Давай, ну вот, успеем быстренько. Вдруг там... Фу, блин. Здорово, чувак! Полетай, сходи, вот, все. Блин, давай. А, бегут, бегут, бегут. Спрыгивай, времени нет ждать. Что делаешь-то? Под буль, что ли, коню хотел залезть? Враг совсем? Так, что далеко еще там? Вакру. Ага, вакру, давай. Точку что? Ух ты, нифига. Тихо, тихо. Не гундось. О, почти приехал. Дороги, мужик. Не испытывай судьбу. Так, наверное. Кто-то еще сзади, наверное, попробую обойти. Наверное, там никого не стоит. А зачем они эти башни охраняют, а? Заняться, что ли, больше нечем? Шесть человек, блин, стоит какую-то башню охраняют беспонтовую, в которой нет ничего абсолютно. Давай, давай, лезь. Ну вот, почти все вышки я тут вскрыл. Сейчас синху. О, добавили, да? Раз, два, три, четыре, восемь стало. Вылезай.
Дураки, что ли? Эй, блин, а он из стены не вылезал почему-то из-за этого, наверное. Все, отходим. Отходим. Отходим, блин, водитель с желтым значком. Разбегайтесь нахрен. Вот так вот все. Если вы создали волнение, разумно будет покинуть этот район, чтобы не взбудоражить горожан. Нет. Не так будем знать, что. Тихо. Давай, скачем. Все, это вроде спокойные пацаны. Не это. На желтом, типа... Опа, это что такое? Ага, захвачено, АКА. Жмуры, вон птички тут обедают. Ну-ка, пойдем туда посмотрим, что тут. А, сюда мне нельзя, что ли? Почему? Что тут такое? Королевство. Как же ты жалок. Помощь, помогите. Кто-нибудь. Толкнуть еще раз. Блин, сейчас не тут... Не трогай меня, пожалуйста. Не трогай меня, пожалуйста. Да я убью, прирежу сразу. Он типа как... Пошли ты за подмогой! Я тебя догоню! Да, блин. Я убью тебя с закрытыми глазами. Ты не понимаешь, что уже проиграл? Ну, попробуй. Получилось? Кто еще? Хочешь убить меня с закрытыми глазами? Язычник, теперь ты умрешь! Меньше говори, больше делай. Тебе не уйти! Так. Я убью тебя. А, блин, на опережение уж прям совсем, да? Это не работает почему-то. Двойной удар. Слишком правильно. Да неправильно. На, засал, нет еще там. Засал? А что не засал? Все, привет, это был последний. Надеюсь. Но лучше не рисковать. Это мужик, что ли? Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек, и будьте уверены, я этого не забуду. Хорошо, как скажешь. Убийцы на свободе. Ого. Идут. Все, погнали с ними. Давай, запрыгивай. Поехали. Кто это сделал? Не знаю. Ушли уже все. Не, нормально так. Раз, два, три. Сколько? 6-7 человек положил один... Один чувак, блин. Кто убил этого человека? Блин, не палитесь нафиг, а. Сейчас нас точно застукают. Что чё произошло? Иди отсюда нафиг. Коров дай. О. Так. Хорошо, прошли. Более-менее. И тут все жмуры, да? Так, ладно, все, пацаны, спасибо. Теперь я сваливаю. Надеюсь, в городе на меня быковать не будут так же, как вот там. То это вообще как-то... Вообще как-то сложно. Где вышка? Вон вышка, пошли. Пошли к вышке. Ну-ка. Оп. Кто заставляет его делать? Ага, там он щемит горожанина уже. Ну так надо идти спасать. Пожалуйста, чё? Хватит. Мне больно. На, блин. Да кто ты такой? Ты умрешь здесь и сейчас. Я не убиваю людей. Я убираю дебила всякого. Как ты, например. Зачем мужика щемить? Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Да-да-да. Отходим сейчас. Что случилось?
Где этот проклятый язычник, который сделал это? Это не добрый знак. Да, нет язычника, больше да, ушел. Но и времена вот так, давай настали. Сюда вот. Вот туда. Кто мог совершить такое? И вперед. Так, а не было флажка-то тут? А тут на... А что такое? Где эта хрень-то? Это что ли? Ну, блин. Тебе сюда нельзя. Уходи. Кто сказал? Э-э-э! Мужик! Хм. Убийца! Остановите его! Криволапая обезьяна, блин. Тебе не в лучники надо, а, блин, я не знаю даже куда. Парашу мой чистить. Так. Кривой, блин. Да. Обратно в солому полежи. Давай лежим в соломе. Лежать. Лежать. Не дышать. Как я мог его упустить? Да ты, блин, как? Ты стрелять не умеешь. Мне нужны деньги. Ты, наверное, такой же олень, блин. Так, все. Он точно разобьется. И я вовсе не собираюсь ему помогать. Ой, блин, нифига себе тут. Так, чего тут? Подслушивание. Ну давай, пошли слушать. Послушаем, что местные тут базарят. Подайте пару монет. Кто там будет? Нет, умоляю, не уходите, подайте пару монет. Мне нужны деньги. Я бедная, голодная и больная. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Пожалуйста, господин, подайте. Не мешай работать. Моя семья на краю гибели. Достала ты нахрен уже. Все. Извините, блин. Ну, держался. Так. О, боже. Ты умрешь здесь и сейчас. Давай, не дайте ему уйти. Засранцы, блин. Ей, блин, деньги нужны были. Она достала меня. Пришлось ее резать. Поняли, нет? Достоять. Так. Все, хватит фокусов, достали. Язычник, думай здесь и сейчас. Стоять. Все, вали отсюда. По-хорошему, пока я не передумал. Сядьте на скамейку. Убийца вот на свободе. Блин. Кто мог сделать такое? Надо найти... Так, все. Фиксируем, подслушиваем. Слышал про Алина? Лучник, что патрулирует восточное крыло? У этого бедняги брат поймал стрелу в горло. Боюсь, он и ночи не протянет. Как Алин вообще может сейчас работать? Стрелу в горло? Он часто ходит к брату. Я прикрываю его, когда могу. Надеюсь, не от того лучника? Нет, есть семейные дела, которыми надо заняться. Которые в меня попасть. Будем надеяться, доктор не узнает о его отсутствии. Не узнает, если ты не проболтаешься. Не бойся, я буду держать рот на замке. Так, часть стражников на крыше. Я знаю, что ты где-то здесь. Патрули, да? Хорошо. Теперь чего? Давай вот эту вышечку. Что это? Пару кругов. О! Госпитальера флажок. Ну нифига себе. Ричарды какие-то там. Давай-ка нафиг по крышам. Я что-то не доверяю. Опа. А тут кругом эти стоят, да? Есть. Так, как там его скинуть-то? Захват на шиф, да? Язычник, ты заплатишь! Эй! Полетай! Я тебя догоню! Блин. Я слышу твое дыхание! Да. Надо на с лучниками, короче, сразу разбираться. Давай тогда. Ой! Вот это да. О, давай-ка. В солому. Вот, короче, наша вышка. Пустая трата времени. То есть, если я пришибу невинного, три
штучки у меня этих заберут сразу, да? Ну, блин, она не была невинна, попрошайки. Это еще те беспредельщики, на самом деле. Ни шагу дальше. Так, что такое? Блин, тут все агрятся на... Здорово. Ну давай, чисто зафиксируем вместе с этим тут. С пацаном мы до кучи. Вот. Привет. Сейчас ты умрешь. А, какой хитрый. Все, что ли? Ой, ой. Не дергайся, дружок. Все уже закончилось. Так, все, вниз. Не, нормально, тут кругом лучник. Так, бюро вот, значит, бежим сюда сейчас. Бюро в конце надо будет. Блин. По верхам сейчас тоже не варик бегать. Слишком много лучников стоит. Ага, вот, пришел. Ты видел такое раньше? Мне не доводилось. Ну так все когда-то в первый раз было. Умоляю вас, господин, всего пару монет. Нет, умоляю. Убью тебя! О, нифига, это как так получилось, что я промахнулся? Странно. Так, надо этих лучников всех вырезать, короче. И все. Нет лучников, нет стукачей. Пару монет опять бегает. Блин. А за нищих интересно. Только отбирают синхронизацию и все. Не дают там бонусы какие-то. Ну, ты же очищаешь город. Так, давай залезем, а не то как дурак болтаюсь тут. Так, это что? Задание информатора, убийство, спасти. Давай, что за задание информатора? Какой странный человек. Странный, да. Вы не понимаете, я нищенка, господин, мне нужны деньги. Блин, сейчас дам тебе денег. Здорово, братан. А, стой, подожди, сейчас я. Ну-ка, ну-ка. Так, наверное, да? Блин, рискованное дело я задумал. Сейчас по-любому тут остановится. Ой, блин! Да, не повезло. Если вас обнаружили, резко поворачивайте. Просто наверное. Не с той стороны зашел. Так, ладно. Давай стой попробуем. Так в жопу, блин. Эй, я тебя где-то видел. Нет, тебе показалось. С той стороны. Ага, понял. Еще раз пробуем. Давай. Сюда теперь. Вот так, наверное. Так. Вот так. Вот. Теперь вот так. Давай, сбежим вниз. Как там спуститься-то? Вот. Оп. Блин. Офигеть, догадался, слушай. Сам. Блин. Тихо. Вот сюда давай. Пришлось сначала сдохнуть, чтобы допереть. Так, стоп. А, это вышка, я на ней был уже. Давай, спрыгиваем тогда. Слезай. Так. Рассказывай. Альтаир, он преследует меня. Сначала расправиться со мной, а потом с моей женой и детьми. Ты пришел меня прикончить? Нет? Похоже, Аль-Муалим все же добрее, чем я думал. Ты мне поможешь? От задания зависит. За мной охотится зависит. Один рыцарь из ордена госпитальеров.
Если бы ты убил его, то оказал бы своему товарищу огромную услугу. Я был в Акре с тех самых пор, как крестоносцы осадили город. И за помощь могу поделиться с тобой важной информацией. Блин. Уничтожь все цели. А что за цели? Где цели? Цель информатора. И все, да? Одна всего? Одна цель? А, ну так, сейчас. Умоляю вас, господин, всего пару монет. Сейчас, иди сюда, иди. Сейчас я тебе дам монетку. Ага, додик это. Лаба! Она! Улагила! Но рыпнись только. Чё, хитрый? Ах ты, крыс, блин. И все равно не прокатило, мой лёж. Да не вставай. Ты кто такой? Сыкло? А что такое? А, блин, нифига себе. Что за подстава? То есть, если я заагрю на себя... Страша, скорее сюда! Останови его, хочу, пока не поздно! Я тоже одна. Подайте хоть чуть-чуть на руку. Все, давай, этот. Пошел я. Заткнись. Не удержался просто этого прирезать. Так. Ага. Вот там где-то он. Сейчас. Пожалуйста, господин, подайте. Нет, умоляю, не убивайте. Подайте пару монет. Этот был Мигель. Здесь уже умрешь. Здесь и сейчас не выйти. Не рыгай, нет никого. Убийца. Он прячется, как крыса. Ну да, 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 да. Стража, он только что убил человека. Я так понимаю, надо убить его тихо. Все равно вернешь. Трус. Ну и сиди в норе. Да, буду сидеть в норе. Странно, никогда раньше не видел ничего подобного. Наверное, сейчас по новой. Надо его убить, чтобы никто меня не запалил. Что за дурак? Да. Блин, нифига себе. Ладно. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Блин, под дых могу дать. По печени там вкатить. Ну что? Он, короче... Где он? Вон он ходит. Давай. Сейчас его прирежу. Аккуратненько. Так. Вот иди туда, иди. Все, сваливаем. Оп. Без шума и пыли. Все. Главное теперь на башку какому-нибудь охраннику не свалиться. Пожалуйста, господин, подайте. Моя семья на краю гибели. Подайте хоть немного. Все кончено. Он мертв. Да. Я так тебе благодарен. Короче, вот что мне известно о гроссмейстере госпитальеров Гарнье де Наплузе. Он позволяет своим пациентам свободно расхаживать по крепости. В его рабочую комнату запрещено входить всем, кроме учеников, а крыши крепости охраняются лучниками. Надеюсь, это поможет тебе отправить Гарнье в ад. Ну, надеюсь. Гарнье. Хорошо, будем знать. Так, все, пошли спасать всех подряд теперь. Ой, чувак, чуть не запнулся. Уйди. За рожу твою. Грязный вор, теперь тебе точно отрубят руки. Так, блин, давай по прямой. Через крышу. Так, а все, я могу уже, да, идти на дело. Моя семья на краю гибели, подайте хоть немного. На помощь, а что никто не помогите, я нищенка, умри, господин, мне вор. Нужны деньги. Профессионально нищенка. Прось, умри, блин, хорошо, хоть не бабу эту приткнул случайно. Так, оба. Раз. А, он задрочился, на, рубить его сразу. На. Так, следующий. Окей.
Человека, да ты целую кучу уже приморил, блин. О, судьба благоволит мне сегодня. Лишь Богу известно, что задумали эти ужасные люди. Спасибо, что спас меня, незнакомец. Я расскажу своему мужу о твоей храбрости. Не, лучше не рассказывай. Что это было? А не то поймет, не так еще. Какой кошмар. О моей храбрости. Расскажи, как я тебя спас, но про храбрость лучше не надо. А не то потом набухается, оружие тебе разворотит. Что здесь произошло? Чисто за то, что ты про храбрость базаришь. Мужика ты какой-то. Просто не уйдешь. На отсюда. Помощь! Так, стоп. Он точно разобьется. Блин. Я вообще не собираюсь ему... А чем ты можешь помочь-то мне, деда? Оба. Блин. Никто не сравнится с великолепным хирургом, предводителем госпитальеров. Гарнье де на плузу. У него действительно есть повод так себя вести. Тебе нельзя тут находиться. Убирайся, пока цел. Да блин, не прыгнет, что ли? Давай, залазь. Ты чё, мужик? Во. Надеюсь, сюда залез-то? Ну. Так. Вот. Хорошо. Так. Вот, все. Ого. Ну-ка. О. Так. Хоба. Полетели. Блин. Нет доступа к памяти. Так, допрос. Ну-ка, где баклан это? Вот он. Скоро, друзья мои! Скоро добрый лекарь займется вами! Будьте терпеливы! Не упускайте надежды! Он один, а нуждающихся так много! Он работает, не покладая рук, и это занимает немало времени. О, хорошо. Пойдем. А что, обязательно идти с ним укромно? Давай прямо на площади раскатаю этого поросенка, да и все. Да, давай. Мне не следовало этого делать. О, боже, фига. Блин. Нормально он удар держит. Опа. Опа. Он блоки у меня пробивал. Смилуйся. Нет, не убивай меня. Я сделаю все, что ты хочешь. Черт, какого-то бомжа еле ушатал. Он заставляет меня делать это. Чтобы люди не бунтовали, чтобы верили в него и желали его помощи. Скажи мне все, что ты о нем знаешь. Да, конечно. Я знаю, что там внутри. Что он на самом деле делает. Продолжай. Больными и ранеными они не входят. Они не становятся в его руках. Только когда начинается боль. Он не врач. Он дикий больной человек. Я не знаю, зомби. Что он там делает. Но они так кричат. Это надо прекратить, пока он не погубил еще больше людей. Ты остановишь его? Поэтому ты еще жив. Он осторожен. Нужно выбрать подходящий момент. Когда он занимается пациентами, то не замечает ничего вокруг. Забывается в работе. Вот тогда ругают, пердят, и атакуют. Гася, что за черт? Благодарю за информацию. Смеются, блин. Если б я мог. Дебил. Ладно, все. Все, блин, пошли отсюда. Поймаю тебя! Да, блин. Стоять! Оп. Ищите везде! В смысле? Оп. Вот он! Сюда! За ним! Он забежал! Так, этого сразу кончить надо. На всякий случай. Ты от меня не уйдешь! Да ты что, базаришь, я уже ушел. Все, вот, видишь. У вас мозгов не хватит в эту будку заглянуть. Он хочет убить меня! На помощь! Пустая трата времени! Да. Опа.
Так, пока сидим. Давай спасаем чувака. А типа это... Теперь тебе точно отрубят руки! Что плохого я тебе сделала? Я снегу тебе голову! Ну да, возможно, допускаю. Да тут, блин, все дерутся. Я тут ни при чем. Так, где там? А вот она, привет. Думаю, я должна поблагодарить тебя. Хотя, конечно, и сама бы с ними справилась. Но все равно спасибо тебе. Ну ладно. Я отплачу за добро. Хорошо, как скажешь. О боже, что случилось? Блин, не задавай вопросов, не услышишь лжи. Пропустите. Убийца! Он только что убил человека! Тебе не уйти! Да почему бы тебе не выйти? Пришел, ты умер! Все просто! Опять в будку? Я тут и буду по этим кибиткам сидеть. Так, перепрыгну, нет? Кто это сделал? Нет, нет. Что? Мужик, аккуратней. Оп. Оп, все, прячемся. Сейчас вот эту вышку открываем. И все. Вот там она. Да, вот она, вижу. Рядом совсем. Ну и ладно. Да. Есть дела поважнее, чем искать эту крысу. Ладно, одевай, да носи, блин, чё. Можешь не искать, да. Все не найдешь. Это с мечом? С мечом. А что такое? С мечом. Хоп. Все. Осмотрелись. Так, все, сохраняется, надеюсь. 5 из 10. Тебе нельзя сюда. Уходи. Ага, 5 лучник. Блин, сейчас ухожу, мужик. Все, смотри. Хоп. Так. В принципе, все. Сейчас здесь появлюсь и пробегу вот так потом. И все. Ага. Ладно, короче, на этом закончим. Если хотите увидеть здесь прохождение по какой-нибудь игре, предлагайте, пишите в комментарии. А все ссылки в описании. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. Господин, у вас такой вид, будто вы что-то ищете. Здесь вы найдете все.